Всем привет, с вами Алексей, и мы продолжаем проходить Until Dawn. Ух, чем же у нас все это закончится? Хотя бы мы разгадали тайну с маньяком-клоуном, который всех ловил и пугал. С призраком тоже стало нам вроде как ясно, с одной стороны. Да. Теперь нам не ясно, что за тварь убила негра. А убила она его 100% вроде как. Да, ну давайте же продолжим, не будем, да будем долго тянуть. Ранее Until Dawn. Джош? Джош! Понравилось вам? Страх? Все те эмоции, которые испытали мои сестры год назад. Только им не удалось посмеяться над этим. Нет. Их больше нет! Джессика погибла! Что? Ты что, тупой? Джессика погибла. И ты за это заплатишь, мразь! Что случилось? С Джесс, Майк? Не помню, как убивал Джесс. Дебил. О, боже. О, господи, Мэтт! О, я знал, что он хочет нет, помочь. Нет! Держи! Что он там скинул нам? На. Что? О, черт. Мы только наверх поднялись, а он нас опять выпнул вниз. Черт! А, окей. Да. Боже мой. Ладно, Эмма. Ну-ка, давай. Так. Опа, там что-то светится. Подождите, тут тупик, да? Так, сразу посмотрю, чтобы не возвращаться. А, вот и нет, я понял. Угу. Ну, давайте. Сяськи-масяськи. Симсалабим. Будущее покажи нам. Блин, какие-то эти тотемы не очень совсем. Какие-то, не знаю, бессмысленные, мне кажется, в этой игре. В какую сторону идти мне? Наверное, надо идти в какую-то сторону. Так, мне кажется, мне в эту не надо идти. Раз камера туда смотрит, то если я пойду в эту сторону, то получается... Не по сюжету, а значит там должно что-то быть интересное. Наверное. Не знаю, может мы тут труп этой найдем. Второй девчонки. Ой, да ладно, что, просто в тупик меня сюда притащило? А девчонка, кстати, молчаливая, не комментирует ничего. Хотя бы что-нибудь там поразмыслил, там, ой, да этот парень-то оказывается хороший, он хочет мне помочь. И все-таки он там в начале игры руку тянул, чтобы помочь этим девахам. Опа, что там? Не посмотреть, да? Опа, тут что-то есть. Так, надо идти туда. Черт! Ой! Что это? Ой, оно ползает. Ой! Да это же из «Властелина колец». Голум или как его там зовут, идти направо. Налево! Или куда она побежала?
Давай, 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 поехали. Не работает. А, работает. Ой, здрасте. Не двигаться. Не двигаться. Не двигаюсь. Не двигаюсь. Не двигаюсь. Фу. О. Оп. Оп. А девка молодец, я хочу сказать. Прям вообще молодец. Ну давай. Можно было и остаться. Да беги, не стой. Да господи. Она укусила? Ой, я не нажал кнопку. Ай, я ее просмотрел. Офигеть. Какой-то вампир тут ползает, убивает всех. Что еще? Откройте! Откройте! Открывай скорей! Запри дверь! Боже, запри дверь! Эм, ты цела? Я думала, не добегу. Ты орала, как резана. Эм, ты цела? У тебя лица нет. Там было что-то. Где Мэтт? Давай, садись, садись. Там что-то. Мы разделились? Там монстр, монстр! Стой, стой! Ты в порядке? Да нормально, ничего не болит, мне просто надо прийти в себя. Он за мной бежал. Что? И я тоже бежала. От чего бежала? От этой твари, как ее назвать? Эм, успокойся, это все делал Джош, но вы меня не слушаете. Эм, расскажи, что там случилось? Я пытаюсь рассказать. Мы с Мэттом полезли на вышку, а она рухнула, просто взяла и упала прямо в шахту. Стой, стой, в какую еще шахту? Здесь повсюду шахты под землей, и когда вышка упала, мы провалились туда, прямо вниз. Я не понимаю, вышка упала? Как упала? Я шла под землей в шахте, там было темно, и лежали всякие вещи, и на них голова Бет. Стоп, что? Я нашла голову Бет. Господи. Ни хрена себе. Ты это серьезно? Да, я серьезно. Они могли упасть в шахту. Нифига себе. Но самое ужасное в том, что Ханна, она, похоже, погибла не сразу. Что? В каком смысле? Мне кажется, она тогда не разбилась. И потом медленно умирала в шахте, без еды и воды, пока ее все искали. Ох, боже, кошмар. Слушайте, там на вышке был передатчик, и я смогла выйти на связь, но потом вышка тут же рухнула. Эм, ты вернулась? О, господи, Майк. А где Мэтт? Мы пока не знаем. И еще какой-то монстр, который гнался за ней. Она не в себе просто. Эмили. Эм. Опа. Опа. А это кто? Еще кто? Джош. Джесс? Это не Джесс. Извини, но кто там? Не знаю, надо проверить.
Чувак с огнеметом. Я с тобой. Хорошо. Кто тут? Блин, шикарно. Мне прям все нравится пока что. Да, чувак с огнеметом стоит там, смотрите-ка. Ладно. Открываю дверь. Готов? Готов? Блин, надо было пистолет забрать, ему застрелили так, сейчас. Открывай, наконец, пока наш гость не ушел. Или дай пистолет, открой сам. Нет, нет, нет. Так будет лучше. Ты открывай, а я прикрою. Чёрт! Не с места! А ну-ка, стой! Стоять! Какого? Старик, полегче. Так, давайте успокоимся. Идите-ка все вон туда. Идите и послушайте, что я вам скажу. О, давай. Я пришел рассказать, что ждет вас на этой горе. Не надо было вам возвращаться. Особенно после того, что было в прошлом году. Вы про Ханну и Бет? Да, откуда? Разве ты их видел? Вы их убили. Полегче на поворотах. Мне, знаете ли, совсем не нравится, что вы явились тут на мою гору. Твою гору? Ха. Вот Вашингтона удивятся, когда услышат. Ну, гора это не моя, ты прав. Но и Вашингтона здесь не хозяева. Эта гора принадлежит Виндиго. Кому? Что он несет? Какое нахрен Виндиго? Послушаем его. Как будто есть выбор. Я повторять не собираюсь. Мне не важно, верите вы мне или нет. Но я должен снять с себя этот груз. Да. Я же говорил, он преступник. Сто пудов. Шш, тихо, Майк. Страшное проклятие лежит на этих горах. И как только в этом лесу появляются людоеды, дух Виндиго выходит на свободу. О, черт. Вам нужно где-то спрятаться. Может быть, в подвале? Хорошо, тогда все спускайтесь туда и ждите. Чего? Зачем? Долго? До рассвета. Ребята, я бросил Джоша, когда услышал Эмили. Где ты его оставил? В сарае. Твоего друга уже не спасти. Нет, не может быть. Мы только что были с ним. На этой горе все происходит быстро. Нет, я и так перед ним виноват. Виноват? Это почему? Крис, не надо. Я его ударил. Я думал, что он убил Джессику, и я был на взводе, и... В общем, ударил его. Крис! Он это заслужил. Все равно нельзя вот так бросить его. Ну, тогда я с тобой. Мне не нужна помощь. Иди одному. Самоубийство. Ладно. Остальные... Идите в подвал. Прячьтесь скорее. И не вздумайте выйти, пока мы не вернемся. Сдается мне, ты не понимаешь, на что мы идем. Ну, лично я иду за Джошем. Нет, я иду за Джошем. А ты мне помогаешь. Надеюсь, это понятно? Ну... Да, понятно. Иди за мной. И делай так, как я скажу. Фу, ну хорошо. Пойдемте спасать нашего клоуна. Вот этой стороной направляешь на цель. Спасибо, я умею стрелять. Нет, не умеешь. Что? Откуда знаешь? Поверь мне, знаю. Хм. Как-то это все странно, запутано, загадано. Вот ты эксперт по этим монстрам. Скажи мне, что я должен про них знать? Будь осторожен и делай, как я. Ван Хилсинг, блин, нашелся тут. Ну,
Сколько раз нужно выстрелить из ружья, чтобы их убить? Тебе придется долго стрелять. То есть так их вообще не убьешь? Нет, но это их задержит. Тогда как их убить? Они боятся огня. Я тоже боюсь огня. Если надо, их можно убить огнем. Их кожа прочная, как броня, пока ты ее не поджаришь. Ужас какой. Как ведут себя эти монстры? Они непредсказуемые или можно как-то понять, что у них на уме? Есть у них свои повадки, как у животных или у людей. Какие? У них типа распорядок? Они охотятся ночью. А? Почему? Я не спрашиваю. Есть какие-то средства от Вендиго? Например, намазаться чесноком, чтобы тебя не почуяли? Так точно почуяли. Ну, хоть что-нибудь есть? Они не видят тебя, пока стоишь на месте. Но они как жабы. Могут различить только движущиеся предметы. Значит, пока я не двигаюсь, я типа не видел. Ну, я не советую проверять на себе. Только если совсем не будет выбора. Ну, вот и все. Что с ним случилось? Его нет. Мы опоздали. Тихо. Надо уходить. Сейчас. Надо найти Джоша. Может, он здесь. Сначала. Вендиго. Тебя обездвижит. Потом сдерет живьем кожу с твоего тела. По кусочку. А потом на твоих глазах будет пожирать внутренние органы один за другим. Какая прелесть. Тогда пошли в дом. Идем. Он может быть близко. Он уходит. Стой. Не двигайся. Очень тихо. Ой! Прошу прощения. Беги! Беги! Давай, живо, живо! Стреляй! Твою мать! Назад! Назад! Охренеть! Мы тут прямо на виду. Надо убираться отсюда! Господи, господи, господи! Ой! Я убил незнакомца! Чёрт! Я не хотел! Ничего себе! Надо было в огнемет стрелять! Чёрт! Допёрло только сейчас! Ой! О! Нормально, не дукин жжёт! Огонь! Получи! Беги, 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 беги. Черт! Надеюсь, у тебя есть патроны. Отлично. Вот, да, ты как думал. Как у него будет, может быть, кожа, как броня толстая, когда... ё-моё, не успел! Я убил одинцовку! Я долго думал, куда выстрелить. Черт побери. А он, кстати, единственный знал. Скорее, нам надо спуститься в подвал. Оу. Идем. Он единственный знал, что делать. Другие не знают. Черт. Господи. Офигеть. О, живой! Смотрите-ка. Майк, Эш, слава богу. Почему так долго? Все очень плохо. Что такое?
Крис не придет. О, нет, этого не может быть. Какой кошмар. Может, да я в порядке, Сэм. Ладно, ладно. А тот мужик куда делся? Не видел. Наверное, тоже погиб. О, господи. Так, еще дверь есть? Чувак больше года охотился на эту тварь, и за Нидзуки просто сдох. Так нелепо. Не надо ничего искать. Будет лучше остаться здесь до рассвета. Здесь хотя бы безопасно. О, да? Предлагаешь нам дождаться, пока этот монстр вломится сюда и сожрет нас на завтрак? За нами придут. Утром. Ты уверена? Так оно и будет. Правда, Эм? Ну, да, наверное. Как хотите. Я пошел. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Джош? Еще одна шуточка. Класс. Если этот монстр утащил Джоша, то... Все, нам крышка. Не знаю, Майк, может быть. Что может быть? Может, он забрал Джоша в шахту? Что? Я видела там внизу ужасные вещи. По-моему, этот монстр там живет и... Эм, что? Хрен с ним. Я достану ключ. Прямо из логова этой твари. А потом мы свалим отсюда. Ага, герой нашелся тут. Что это такое, Эм? Сумка того мужика. Там карта? Он ко всему подготовился. Не совсем. Что это за место? А где психиатр? Охренеть. Что? В чем дело? Я был там. Это жуть. Вот там? В шахте был обвал типа в 50-х. Шахтеры остались внутри. Господи. Кое-кто выжил, но 15 человек погибло. И был какой-то репортер, который вроде как узнал какую-то страшную тайну. Я нашел чертежи. Руководство знало, что шахта обрушится, но ее не закрыли. И не знаю, что это значит, но я нашел там стул. И на нем была запекшаяся кровь, как будто кого-то пытали. Майкл, давай лучше подумаем, как нам убраться нахрен с этой долбанной горы. Просто это странно. Везде чертовщина какая-то. Как-то странно, что есть тоннель между домом и лечебницей, ведь правда? Я по нему и шел. Я видела это внизу. Думаю, там он живет. Эм. Эм, что это? А? Что? Что это? Что? Эш. Эм, господи, боже мой, только не это, да какой ничего, ужас, ну боже, подумаешь, мой. Укус. Укус? А чей укус? Ну, это... Вендиго. Что? Ну правда, это ничего, просто царапина. Болит? Черт. Уже совсем не болит, честно. Да все нормально. Эм, если он тебя укусил... Я знаю, что вы думаете, это ерунда. Да ну. Да. Эмили, дай нам посмотреть. Эмили, если тебя укусили, ты можешь превратиться в такого же монстра. Да это просто смешно. Он же сказал это от того, что они друг друга ели. Ты слышала? Он это имел в виду? Да. Раз он тебя укусил, ты тоже станешь Вендиго и захочешь убить нас. О, господи, что теперь делать-то? Ты должна уйти. О-хо-хо-хо! Что? Майк! Уходи. Ты издеваешься? Эмили, ты теперь опасна. Ты офигел, что ли? Послушай. Ты не можешь остаться здесь. Майк, остынь, хорошо? Откуда нам точно знать? Может, это просто укус? Да. Вы что, ребят, вы совсем? Вали давай отсюда. Я даю тебе уйти добровольно. Нет, ты просто отправляешь меня на смерть, но хочешь остаться чистеньким. Ты знаешь, что Вендиго тут же меня разорвет, как разорвал того. Да уйди ты, наконец, слышишь? Ты, уйди отсюда! О, уже столько. О! Эй, ладно. Эй, Майк, остынь. Ты стрелять будешь? Майк, в меня? Ты слишком опасна, Эмили. Стой. Мы все в опасности, пока ты здесь. Нет. Мы все. Два. Парень, нет, давай же. Нет, не надо. Мне очень жаль. Нет. Нет, я не могу. Господи. Ну, надеюсь. Не знаю. Посмотрим. Блин. Чё? Следите за ней.
Если хоть что-то пойдет не так, что делать знаете? Бежать. Да. Ждите здесь. Ай. Ясно? Выходить нельзя. Я скоро вернусь. Да, и спиной к ней поворачивается, ну прям вообще молодцы. Я думала, он сумеет нам помочь. Кто, тот дядька? Теперь нам конец. Нет, это значит, что нельзя раскисать. Мы и сами справимся. Я не уверена. О! Ну, давайте почитаем. Немногие осмеливались... Да он же ненормальный. Эй! А, вот. Охотится на Виндиго, я единственный, кому удалось их обуздать. Услышь мои слова, не то тебе грозит смерть, и после тебя погибнут еще многие. Виндиго не должен вырываться на свободу. Виндиго – порождение каннибализма. Когда человек отчаивается, когда он попадает в снежную бурю и не может спуститься с горы, когда его много дней мучает голод, вот тогда в него вселяется дух Виндиго. Даже сильный человек против него беззащитен. Он будет убивать без пощады, зачастую как раз своих бывших спутников. Он будет пожирать сырое мясо трупов. Я видел такое своими глазами много лет назад. Жажда человеческого мяса, которое ничем не утолить. И начинается превращение. Сперва меняются глаза, становятся белые, как молоко, потом зубы удлиняются, подобно клыкам. Чудовище растет, и кости растягивает кожу. Когда-то в этих горах жило племя, именуемое Кри. Их шаманы... Очень давняя история. Их шаманы рассказывают легенды о высоком существе, рожденном во льду. Племя с уважением относилось к этой горе и жившим на ней зверям. Кри почитали эту гору как святыню, и всех здешних зверей они тоже считали священными. Кри верили, что того, кто убьет животное на этой горе, постигнет несчастье, поэтому они охотились в других местах. В 1893 году на гору прибыли шахтеры. Они обнаружили здесь залежи олова, а позднее следовые количества радия. Они прорубили шахту в самую глубь священной горы. Кри, говорят, гора взвыла от боли и на волю вырвали злой дух. Ой. Глаза Виндиго меняются. Его зрение затуманено на движущийся предмет. Он видит необыкновенно остро. Сказано, что поскольку Виндиго мутирует из людей, они научились отлично подражать людям, чтобы подманивать свою жертву. А, всем пофиг, да? Его зрение затуманено на движущийся предмет. Он видит необыкновенно остро. Он охотник, как ястреб. Те же, кто стоит на месте, он не видит. Если не шевелится, Виндиго тебя не заметит. Кожа и мышцы Виндиго тверды, как броня. Он не чувствует боли. Его нельзя изрубить, нельзя зарезать. Пули не пробивают кожу, хотя заряд дроби ненадолго его отпугнет. Виндиго когда-то был человеком, поэтому он знает, как на нас охотиться. Он умеет подражать жертве. Тебя спасет только бдительность. Все-таки, мне кажется, это Хана. Я убил 6 Виндиго. Ножи и пули против них бесполезны. Нужно сжечь их огнем. Огонь — лучшее оружие. Пламя окутывает их, сжигает кожу, и они слабеют. Но только не убивай их. Убийство — это крайняя мера. После смерти дух Виндиго вырывается из тела. Я запер их, поймал в силки, а потом сжег огнем, чтобы загнать в клетки. Приманкой были человеческие конечности, которые я взял у тех, кому они больше не понадобятся. Одного за другим я изловил всех, кто рыскал по той горе. Существует защита. Шаманы знают ритуал. Я нашел на горе артефакты индейцев и скопировал их. Тотемы, связки трав и перьев. Я смастерил копии. Я их испытал. На открытой местности они работают. Они отпугивают Виндиго. Не всегда, но этого хватает. Но в помещениях от них нет толку.
В легендах племени Кри говорится, что Виндиго вырастает из укуса другого Виндиго. Ну, а вот. Что Виндиго вырастает из укуса другого Виндиго. Вот они мутируются. Но укус безвреден. Меня кусали, но я остался прежним. Единственный способ — это съесть мясо человека. По-другому это не происходит. А, ну, все-таки правильно сделал, что я не застрелил ее, да? Нет, нет, нет. Что? Нет. Что там написано? Написано... Укусы... Если тебя укусят, это не заразно. Типа, ничего страшного. Дай посмотреть. Что ты сказала? С тобой все нормально. Нормально? Укус не опасен. Майк чуть не убил меня. Это нормально? Но не убил же. А эта сука только рада. Не надо, она просто испугалась. А я не испугалась? Прости, прости, Эмили. Я не знала, что может случиться. Никто не знал. Слушай, хватит, даже не отмазывайся. Эмили, ну постарайся меня понять. А вот так тебе понятно, овца? О! Прости меня. Ну, пожалуйста. Черт. Нет, нет, нет. Нам нужно к Майку. Срочно. Что происходит? Эх ты, Джошуа. Зря ты меня не слушал. Это по твоей вине погибли люди. Даже не знаю, что хуже. Своими активными действиями обречь кого-то на гибель или позволить трагедии случиться. Потому что тебе лень было пошевелиться. Помочь другому. Помнишь год назад, а? Ты бросил сестер умирать. Пальцем не шевельнул. Тебя сковал страх за самого себя. И ты наплевал на истинную угрозу. Ты думаешь только о себе, Джош. Всегда только о себе. Твоя игра закончилась очень плохо. И твои друзья, как и твои сестры, тебя бросили. Ну да. Ты один. Ты чувствуешь ледяное дыхание одиночества, да? За что ты так с ними? Джошуа, объясни, за что? О, ну разумеется. Они же были твои друзья, а ты обманул их. Заставил их пережить настоящий кошмар. Просто игра? Но эта игра привела тебя в один из твоих величайших страхов, Джошуа. В темноту. В одиночество. О, да. Прям вообще тут... Обычный ужастик превращается в нечто такое, прям в хоррор настоящий. Где все начиналось с обычной игры, с обычных бугагашек, страшек, в охоту на каких-то вампиров, людоедов. Фу. Надеюсь, вам нравится. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Алексей. Всего хорошего, всем пока-пока.